Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Yeah.
Come on.
Куда ты его несешь? Пойди сюда. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Будешь везде его носить? Может быть. Может, не будем брать священное место, а просто идем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу.
что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Теперь можешь достать до чаши. Да. Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Ага, а вы, я смотрю, в дальний... В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем бы вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Ну, как я всегда говорю, не нравится – не бери. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Нам точно нужно туда спускаться? А ты знаешь другой путь? Нет. И?
Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух. Учись. Может, глазами посмотришь? Вон там какой-то зал. Так. Ты точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба и молчи. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать.
Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Oh!
Ошибку. Мы помогли не тем? Я. Yeah. Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то тебе нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Трей. Забудь. Ладно.
Просто мы не откроем. Whoa!
Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? Это вы? Как у вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Да-да, заходите. Держись подальше от драугров! Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфу? Нет.
Атрей, ко мне! Что это? Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой... Ну, хорошо, что я не пил морскую воду. Да? Это так.
Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю.